Из аварийных домов в новенькие квартиры. Вопросы переселения граждан из аварийного жилья обсудили в региональном правительстве. Новых квартир сейчас ждут более 1500 человек в регионе. В рамках вот этой работы у нас сейчас действительно идет практически ежедневный мониторинг этой ситуации. Текущие сроки, которые подлежат контролю, у нас еще не наступили, но тем не менее мы видим положительную динамику по заключению договоров в Приволжском муниципальном районе, в городском округе Шуя и в Плесе. Несмотря на все старания, в некоторых районах строительные работы идут по-прежнему медленно. В начале июля власти надеются провести больше 6,5 миллионов рублей в Плес. Это дополнительное финансирование поможет завершить там программу переселения. Сложная ситуация в Шуе. В муниципалитете осталось переселить 138 человек из 69 помещений. 39 квартир приобретают по программе долевого строительства, 20 в уже возведенной новостройке, а собственникам 13 помещений будет предоставлено денежное возмещение за изымаемое жилье. У нас 34 квартиры все куплены, они все есть. Они на сегодняшний момент ждут решения Шуйской городской думы. Проект решения внесен 24 числа. В зависимости от решения Шуйской городской думы, они принимают решение, либо они забирают деньги, либо они переезжают в новый дом. Пожалуйста, избавьте меня от таких оговорок. Хорошо. В зависимости от решения. Все. И в июне мы выходим на конкурс на покупку оставшихся квартир. Не менее сложная ситуация в Савинском районе. Там дом на 41 квартиру должны были возвести к августу текущего года. Однако темпы строительства сильно запаздывают. В настоящее время рабочие возводят только первый этаж здания. Вопрос стоит довольно остро. Сейчас власти работают с подрядчиком. Для того, чтобы поставить, прежде всего, подрядчика в жесткие условия, чтобы у него был риск не получения денег за выполненные работы. Сегодня, наверное, других способов рычагов давления на них особенно нет. Все-таки это бизнес, он должен понимать, что если они у меня к августу не справятся с этой задачей, значит, реакция будет соответствующая. Он потом за своими деньгами будет по судам еще 5 лет ходить. На решение всех текущих проблем у специалистов 2 недели. Именно через такой срок в правительстве региона состоится очередное совещание. Мария Попова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.